Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Обливион, и мы, собственно, в Обливионе, по второму разу. Скорее всего, этой серии будет полна боли, потому что в предыдущий раз, когда мы посещали это, несомненно, крайне гостеприимное место, нам стучали просто со страшной силой. Сюда нам заходить было не обязательно, и меня терзают смутные сомнения, почему бы нам не пойти по своим делам, я просто увидел это место и зашел сюда, какого черта я тут делаю? Но в итоге, как вы понимаете, пройти мимо я не могу. И меня уже заметили. Nope, you won't. Так, хорошо. Ну, по крайней мере, хоть убиваем. С другой стороны, он стреляет гад на опережение. Да, получи. Да, скотина. Блин, ну он реально стреляет на опережение. Еще один такой выстрел, у меня будет нехорошо. Ладно, но еще одного такого выстрела не будет. Окей, давайте лечиться. Что-то как-то быстро я вылечился. Офигеть. Хорошо. Видели, как с одного раза сколько я прибавил себе? Странно. Сердце Дейдра. Ну что, пойдем дальше. Постараемся закрыть эти врата, чтобы народ не страдал. Это очень плохо для работы. Не подумайте, что я спасаю народ по доброте душевной. Просто чем меньше людей, тем меньше работы, тем меньше денег, тем меньше всего. Всех благ для нашего поп-копа. Смотри, а там еще эта гадкая гадина. Давай. Летает? Летает вроде. Ой, какой ты жуткий. Господи. Что ж ты такой страшный-то? На, получи. Как меня выручает эта способность, то, что я сшибаю их ног. Это просто не описать словами. Особенно, когда вот такие мастодонты против меня. Стрел, я думаю, 192 хватит, нет? Да не вставай уже, господи. Все очень плохо. Даже рядовые враги довольно плохо помирают. Не хотят помирать. Так, там у нас девушка. Сейчас пойдем познакомимся. А ты у нас весь утыкан, как просто подушечка для иголок. Зуб у тебя вырвем. Блин, офигеть просто. Вот каждый раз, когда где-то неделю отдыхаешь от этой игры, потом заходишь и думаешь, и этой игре почти 10 лет. Да вы издеваетесь, что ли? Она же очень крутая. Даже по нынешним меркам. Единственное, со сложностью, как-то странно. Причем это, насколько я понял, не только от Аскуры, но и в самой игре будет примерно так же. Не знаю, посмотрим. Nope. А, вот все на опережение стоять. Как так можно? Жать, милая, не вставай. Отправляйся в Обливион, чудище. Хорошо. Пока неплохо идем. Но это, я думаю, до того момента, как мы встретим опять паучих этих. Ненавижу. И кого-нибудь еще. И, судя по всему, я как-то тупо отключил этот мод, потому что оружие, которое давалось с ним, у меня по-прежнему осталось. Допустим, ритуал дракона. Так. Тюнг. Лечилочка. Это хорошо. А вот и башня. Ого. И что мне с этой хренью делать? Это как турель какая-то? Окей. Пробежать, что ли, просто? Так я сейчас нарвусь на кого-нибудь. Что ты такое? А, стой! Так, хорошо. Рывок. Ай-яй-яй. Я же говорил, нарвусь. На! Кто-то еще там сзади бежит, нет? Вроде нет. Да блин! Не вставай. Вставать? Не. Как она спиной меня пустила? Ты откуда пускаешь эти шары? Я не понял. Отверстий у тебя каких-то странных, вон на груди хватает. Капец, короче.
Бегает, покачивая бедрами. Я сейчас допячусь, походу. Ненавижу Дейдра. Ненавижу Обливион, надо выбираться. Смотри, а там еще одна башня. Вот это, я думаю, главное. Это, похоже, один из проходов. Адские туннели. Ну, конечно же, мы туда не пойдем. Хотя пойдем, конечно. Я думаю, нам нужно будет сначала пропутешествовать вон туда. Мимо этой установки. Зла. Спокойно. Пока неплохо справляемся, на удивление. Все-таки этот отключенный мод дает о себе знать, кто бы там что в комментариях не говорил. Ох, какой срач был, когда я отключил этот мод. Ну, реально же, вот недавно, вот помните, стримил Dark Souls и... А, вон ты, смотри, в текстурах. Так, окей. Там, конечно же, злые языки говорили про то, что, мол, когда Артур побеждает, баланс правильный, когда Артур проигрывает, баланс сразу становится неправильным. Это не так, это действительно был упоротый баланс, и ничего хорошего я в этом, честно говоря, не вижу. Ну, одно дело, когда оправданная сложность, другое дело, когда противники там, ну, по сути, блин, чуть ли не крабы, чуть ли не крабы какие-то, просто давали тебе люлей. Это же, по-моему, не круто. Как говорится, все хорошо в меру. Сейчас, по крайней мере, я как-то... А, это ядовитый газ. И, по крайней мере... Ну, сейчас легко. Нет. Ну, при этом, как-то, я не знаю, играть стало интересно. Какая атмосфера, когда тебя просто избивают. Так, логово жнеца. Reaper, I'm coming to you. Конечно, сказывается еще то, что на мне брони как таковой нет. То, что у меня эти халаты, они очень неплохо. Сейчас я вам покажу, когда его убью. Добрый день. Он, похоже, даже не вкурил откуда это. Да, блин, на опережение бьет, гад. Магию. А ведь она сейчас спустится ко мне, кто бы это ни был. Так, кстати говоря, мне сказали, что я... Так, давайте мы отбежим маленько, потому что сейчас, я думаю, это что-то вылезет драться. Вот тут вот посидим и посмотрим. Мне сказали, что я болен, меня заразили вампиризмом опять. Я не хочу быть заразным. Это мы смотрим где-то вот здесь. Так, зелье исцеления болезни. Давайте выпьем, попробуем. Черт с ним. Ладно, когда вылезет, мы посмотрим. А сейчас я вам что хотел показать. Я хотел вам показать... где она? Роба черной руки. На ней очень серьезно... повышаются все навыки на себя, но при этом брони как таковой нет, поэтому я очень хорошо получаю урон. В общем, такие дела. Но снимать ее пока что неохота, потому что как-то замены, альтернативы нормальной нет. Так, на этом мы можем подняться туда, я чувствую. А это что? А, это вообще что-то не то, какие-то гроты вообще там снизу. Такое ощущение, что это огненный атронах или что-то в этом духе. Ладно, понятно. Давай назад ворота ее. Верни назад. Я не думаю, что там наверху что-то хорошее есть, но, по крайней мере, попробовать, я думаю, стоит.
Стрела, почему же ты не берешься-то? Давай быстрее. Это злая тварь, нет? Чувствую, что злая. Хотя нет, вроде. Но страшная. Ты не хрен поймешь, когда она замах делает. Там наверху вроде еще одна такая же есть. Огненная отранах, да. В принципе, вполне себе удобоваримо. Так, что же еще тут? Я думаю, просто здесь есть какой-нибудь выживший. Возможно, мы сможем его спасти, и потом он будет у нас в неоплатном долгу. Ну, там сидит, наверное, в клетке кто-нибудь. Там еще один тронав, да? Какого черта? Да, она полетела. А, это вообще понятно. Вроде как существует какой-то мод, который позволяет, как в Скайриме, убирать стрелу. То есть после того, как ты уже натянул тетиву. Но я просто банально не успеваю, поискать все это. Давали мод хороший на нормальные лица, то есть, потому что здесь все лица уродливые. Ну, я думаю, это все-таки более винрарно будет, если игру чисто модами изменить, это будет уже не совсем Oblivion. Не знаю, может, поставлю попозже. Так, а мы, походу, зря сюда ходили. Зачем вообще мы сюда ходили? Выпустили за... Упс. Это было то, что я подумал. Так там же мертвый был, нет? Ой, блин, кошмар какой. Я его, честно, не видел. Я надеюсь, он был мертв еще до того, как... Ох, офигеть. Офигеть. Чувак. Ты просто извини. Мне пригодится твое золото больше, чем тебе. Просто на шпиль его насадило. Так, хорошо. Это просто эпик вин какой-то. Ладно, давайте двигаться дальше. Спасли, называется. Лежал в клетке, походу умер от голода, а тут мы. Спокойно. Так, хорошо, тут может пока пробежаться. Судя по всему, можно еще туда сходить, но я думаю, я сейчас сразу в эти чертоги ада пойду. Быстрее, 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 быстрее. Интересно, дойду я отсюда, нет? Что-то мне как-то адские туннели не внушают, честно говоря. Давай посмотрим. Здесь жутковато. Эта штука меня не ударит в случае. Какого черта я сюда поперся? У меня ощущение, что отсюда мы наверх не попадем, только... что? Блин, она меня бьет, хотя вроде не шевелится. Собака. Надеюсь, ты одна. Собака, которая умеет болевать пламенем. Где еще такое увидишь? Только в аду. Капец, жуткая какая. Знаете, ребята, по-моему, это все не очень хорошо кончится. Эти коконы, ну это натурально ад какой-то. Иди сюда, родной. Че, успел потерять меня? Все равно задел, смотри. Очень неплохо так на статы бьет, помимо того, что повреждения наносит. Сейчас подождем, пока эта штука пройдет. Но в целом пока нормально. У-у-у, офигеть. Надо оно мне вообще, нет?
сейчас еще заметят, смотри. Давайте мы лучше их опередим. Так, подожди. Сохранимся сначала, а потом начнем бить. Так, ну, ребята, давайте, кто первый? Ты? В этой дымке ни хрена не видать. Такое ощущение, что второй противник просто умер. Окей. А там какой-то выход. Это было удачно, куда тебе стрела-то вошла, где твое слабое место. Насквозь прошибло вроде. Скамп умер от одного выстрела. Неужели что-то наладилось в королевстве? Может, после того, как я вот отключил, что-то действительно стало работать как надо? Это не как надо стало довольно легко, но мне нравится. Что-то меня просто задолбало, что меня в последних сериях серьезно так бьют. Так, пещера Обливиона. Нужно ли мне сюда вообще? Ну, я понимаю, что мне сюда не нужно. Мне просто подобраться к башне. В этих пещерах есть мнение, что я ничего не найду. Я думал, это проход к башне, но в итоге получается, что это отнюдь не так. Стоять бояться. Ох, как шипит, какая противная баба. Не вставай, мать твою, за ногу. Коп пришел, всем бояться. Окей. Кстати, скоро перегруз будет из-за этих сердец. Прибут мы себе тут порядочно нашли. Все это можно будет как-то применить потом. О, где выход отсюда? Я уже хочу просто выйти. Пустой камень душ не особо нужен, хотя весит мало, почему бы нет. Ой, ненавижу этих тварей. Так, ребята, пошли нафиг отсюда, пошли просто к башне, потому что я чувствую, мы так долго будем блуждать тут бесцельно абсолютно. Чертовой матери. Я хочу просто закрыть эти врата Обливиона. Я не хочу воевать с этими бесконечными ордами монстров, потому что это не круто. Не поломать, я не туда пришел. По-моему, нам сюда. Бежи. Так, хорошо. Это оно? Скажи мне, что это оно. Да, это оно, отлично. Фух, выбрались. Я так чувствую, в этом аду можно бегать бесконечно. Ты еще подаешь признаки жизни? Молчать! Так, еще одна башня, в которой, возможно, есть еще один заключенный, ну и шут с ней. Мы идем закрывать врата. Он, похоже, свинтился сразу. Выпилился к чертовой матери. Тоже не особо страшная тварюшка. Блин, когда в них пускаешь, видимо, забрать обратно уже не получится. Ладно, будем знать. Ну где ты? Такой видок, главное, трицератепс. Трицератопс просто. Не иначе. Ненавижу рептилий. Особенно таких кусачих. Живой еще.
Окей. Хорошая тварь. Мне понравилось. А в этот раз у меня не так сильно почему-то. Возможно, это все потому, что я там из колодца испил. У меня было какое-никакое... Что за шум? Благословление. Но сейчас все прибавляется гораздо медленнее. Кланфир. Это что-то неприятное. Короче, зарубка на будущее. В Обливион ходить только в крайнем случае. По-моему, мы пришли. Или это вроде тоже не то. А, мне показалось, что тут вход. Что? Какого черта тут происходит? А мины на них самих работают? Нет, по-моему, нет. Давайте попробуем. Получай помаленьку. Блин, там еще кто-то бежит. Смотри, какой здоровый. Ах, ушла. Блин, остановилась не вовремя теперь. Сейчас все будет, родная. Шо? Блин, рикошеты. Бегает она, конечно. Я тут. Я, конечно, надеялся, что мы с помощью них разминируем ловушки, но походу нет. Все равно цепануло. Окей. Обливия. Красиво, черт побери. И смертоносно. Я кого-то слышу тут прям. За стеной. Ого. Вот это реальные проблемы. Так, но он не может пройти, да, ко мне? Через эти мины, походу. Братюня, вот с тебя-то мы сейчас наваримся, похоже. Или ты с нас, что тоже не исключено. Вот я тут. Смотри, ему хоть бухны практически. Хотя нет. Тихо, тихо, тихо. Нормально. Далеко не так, как в прошлый раз. Так можно жить. Так, окей. Меч, конечно, у тебя реально крутой. Ну, просто великолепный. Но я его не утащу, он весит 48. Да, такими темпами я никогда не разбогатею. У меня куча всякого мусора тут лежит. Стеклянная клеймора. Ладно. Подожди, а если так подумать, что больше стоит? Что дороже? То дороже. Значит, что возьмем? Хорошо, мы практически подходим уже. Подожди, ты будешь взрываться, нет? Можно и так. Окей. Нормально. Капец, ты посмотри на нее просто. Да, господа. Все, я перегружу. Так, выкидываем вот этот штук, потому что, в принципе, таскать ее с собой довольно накладно получается. Сразу 30 кило освободилось.
За сердца Дримора мне дадут куда больше в целом в итоге. А двуручниками я все равно никогда пользоваться не буду. Не мой формат. Кто-то идет. Где это было? Я слышал шаги только что. Спокойно. Вот сейчас, если тут кто-нибудь будет, он будет по мне стрелять, я никуда не денусь. Хотя нет, денусь, конечно. У меня тут просто тактически выгодное место. Особенно собака рядом. Собака мне ничего не сделает. На! Шла, говорит, собака в комментариях. Это то мы переначали. Видит, квотч горит. Зашла и загорелась. Блин, сейчас меня исколупает всего этой штукой. Нет? Так, хорошо. Хорошо. Давай пойдем. Уже в долбанную башню. Что-то я кругами вокруг нее хожу. Такое ощущение, что, блин, дойду я до нее вообще, нет? Сколько же можно-то? У меня ощущение, что я сейчас обратно... Да, блин. Обратно приду к вратам Обливиона. Надеюсь, заметит меня только он. Походу, нет. Давай, пока ты там очухаешься. Блин, лечится, ребят. На, получи. Все, она. Теперь ты. Как круто быть снайпером все-таки. Особенно, когда чувствительность вроде пришла в норму на мышке. Спокойно, жутик. Так, подходим. Да, в этот раз все серьезно полегче. Отлично. Эта штука хорошая, мне пригодится. Смотри, ты просто посмотри на это пипец. Отлично. Так, и что, тупик, что ли? Так, хорошо. Видимо, все-таки через те адские туннели нужно как-то попадать в эту башню. Других вариантов я что-то уже и не вижу. Тут меня не пускают почему-то. Хотя, казалось бы. Просто невидимые стены. И что, я, получается, сюда шел только ради этого алтаря, что ли? Да, мы сделали круган. Обалдеть. А я застрял. Это тоже. Нет, не застрял. Так, хорошо. Будем искать подъем. Откуда же тогда? Видимо, через эти пещеры мы, если долго-долго будем бродить, сможем добраться до того места. Отлично. Просто замечательно. В принципе, ничего дико сложного в этот раз я не заметил, но при этом все равно пещеры, я думаю, из-за того, что это Close Quarters, закрытые помещения, мы на них наловим еще. Так, обратно придется через минное поле. Спокойно. Блин, да сколько их тут? По крайней мере, спокойно иду, никого нет. Это уже хорошо. То ли еще будет у нас.
Или еще будет. Может, отсюда как-то подняться можно? Я что-то нормально так заходил. Ну, думаю, нет. Как-то нелогично тут все устроено. Зачем вообще вот это вот все было... Ну, вот это вот все зачем было нужно, если мы в итоге могли в самом начале зайти в эти адские подземелья и получить то, что нам нужно. Ну, ладно, разберемся. Это место просто так не оставлю. Так, а что если... Что если отсюда пойти? И прийти прямо... Прям к нему. Это было бы круто. Я думаю, сейчас просто учитывая невидимую стену упремся, и все. С концами. И между прочим, у нас ушла уже соточка примерно. Наших стрел. Да, тут мы не поднимемся. Спокойно, блин, ну что ж ты делаешь? Поп-коп. Сюда б мазогу, что-то как-то одному тут скучно ходить. Туда лучше не падать, по-любому. Черт, я представляю просто, вот, как думаете, чем тут пахнет? Я думаю, серый. Просто спертый воздух, горячий ветер. И запах серы, нестерпимый. Как когти чьи-то. Так, хорошо, но мы пришли ко входу в эти пещеры, и я думаю, в следующей серии нам нужно будет потихоньку-потихоньку пробираться, и в итоге, я не знаю, ну... После долгих блужданий мы все-таки проберемся куда нужно. Пока что могу сказать, что эти врата Обливиона серьезно так полегче предыдущих. Возможно, это из-за мода, возможно, еще из-за чего-то. Но мне это больше нравится. Мне, честно говоря, просто надоело получать в последних сериях. И такие серии, в которых мы можем что-то противопоставить даже элементарным противникам, которые раньше нас избивали, по-моему, гораздо более интересно будет смотреть. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.